Итак, это у нас опять самый, как его называется, это фирма-симулятор. Супер-симулятор, так, настройки. Качество графики. Где RTX тут, а? А, ну да, правильно, в таком говне RTX точно не будет. А, окей, новая. А, добро пожаловать в симулятор супермаркета. Ух ты ж. А, впечатляющие супермаркеты, начните покупки. Так, полки. А почему тут хорошо, приятного, чего там написано? Время провождения. Так криво поставлено. Версия 1.2.4. Окей, хорошо. Окей. Качество хайд стоит, но от этого даже не помогает. О, сейчас бросимся, как Анна Каренина. У, серьезно? Тихо, мне просто интересно, что будет. Зеленый. А нет, красный стоит. Красный, мне просто интересно, а что будет? Зеленый. Нет, красный. Давай. Ну, поехали. Куда мы едем? В ту... Ой, ёб твою. Не-не-не-не, подожди меня, кондуктор. Подожди меня, кондуктор. Да ёб твою, уехал он. Такс. Так, ладно. Так. Чего взаимодействовать? Взаимодействовать. Закрыть кассу. Так. Так, взаимодействовать. Нести. Закрыть кассу. Так. Маркет. Дисплей? Чего? Дисплей полки? Пожалуйста, а что у меня есть? У меня ведь полки есть? Да, полки есть у меня. Маркет. Давай на все купим. Корзину. Чего? Купить. Так, и где наш товар? Ага. Допустим-то, открыть. Загрузить. Так. Выкинуть. Поставить цену. Чего? СРЦ 2.99. 2.99? Не-не-не. Ни в коем случае. 3.50. Окей. Открыть магазин. Ты куда? Такая борзая. Пожалуйста, я правильно цену поставил? 2.99, 3.50 я поставил наценку. Неплохо. Закрыто. Шита, брита, так здравствуйте. Так, пробиваем. Теперь я помню, как оно действует. Надо $13 надо выдать. Я помню. Все, $13. Вали отсюда. Так, карточка. А сколько надо выдать ему? Подожди. Escape. Сколько надо? Итого 3.50. 3.50. Ой. А, тут точку надо поставить, извините. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Так. И... Всё? Так. Карточка 3.5... Чего? 3.50. 3... 60. Ага. Ладно. 50. Допустим-то.
Так, карточка опять. $7 ровно. $7. Ага. Нести. Нести. Ага. Разместить, повернуть, упаковать на С. Упаковать. Ой. Упаковать. Бросить на R. R. Здесь нельзя бросить. Здесь нельзя бросить. Почему? R. А почему я не могу бросить? А где могу бросить? А, окей, здесь могу бросить. Так, так, так. А что я с этим могу делать-то? Продать на F. Подожди, $290. Минутка, у меня было 299. 200, ну-ка. Нести. Упаковать. Упаковать. Бросить. R. Упаковать. R бросить. R. А где можно бросить-то? Так, забрать, продать, удерживать F, продать. Сохранить. Выйти в главное меню. Подожди, а какая кнопка? F8 нет. F7 нет. Вот, выключается. F6 у меня выключается, окей. Продолжить. Сколько мне? 540. Допустим-то, 540. Ну, допустим-то. Взять. Упаковать. Бросить. А? 790. Еба! Серьезно? 740. 790 уже. Так, 790, а ну-ка. Упаковать. 790, продать. 1040. Сохранить. Выйти в меню. Продолжить. Ебануться! Неплохо. Неплохо живем, ребята. Так, а ну-ка, что мы можем купить-то? Менеджмент. Лицензия на 200 стоит. Да я могу 3 уровня стоит. Ага. Счета. Развитие. Купить. Ага. Ебануться. Найм. Склад. Купить. Персонал, скоро. Персонализация. Я что, склад купил? Я склад купил. Да нет проблем, ребята. Сейчас заработаем. Сейчас еще раз, 1000 раз так сделаем. И будет бабла много. Ой. Неплохо. Так. Продолжить. Так, так, так. Ага. Упаковать. Продать. Сохраниться в меню. Продолжить.
взять, упаковать, продать. Продать хочу. Продать. Ага, сохраниться. Выйти. Ху-ху-ху. Неплохо, ребята. Продолжить. Сейчас накручиваем. Просто накручиваем себе бабло. Замечательно. Слушай, это легко пофиксить, кстати, вот это вот. Знаешь, как это легко пофиксить? Просто сделать так, чтобы касса стоила, нисколько не стоила. Блин, если касса не будет нисколько стоить, ну, это тоже немножко невыгодно, конечно. Ебануто, накрутили себе уже. Накрутили. Ага. А мы что можем себе? Маркет. Мебель. Мебля. А что мы можем купить еще? Мы можем две поставить. Подожди, они стоят 500. Здравствуйте. Подожди, ведь одна... Подожди, ведь она не будет работать, правильно? Ведь это только с одной работает. Ладно, упаковать. Продать. Взять. Упаковать. Продать. Включить свет, взять, упаковать, продать. Взять, продать. Сохранить. В меню выйти. Продолжить. Вот это магазин, я понимаю. Вот это магазин. Славненький. Сейчас мы накрутим себе. Так, сейчас накрутим и, так сказать, магазин-то развернем. Продолжить. А как можно следующий день начать? Enter, чтобы завершить день. Окей. Угу. Ежедневные расходы. Я знаю, что банк. Кредит. Конечно, взять кредит. Платежи. Так, закрыть. Маркет. Мебель. Ага. А я могу себе купить... Чё? Стеллаж. Холодильник. Холодильник 2. Кстати, мы можем холодильник 2 купить. А что бы и нет. Купить. Холодильник 2 купим себе. Морозилка. Да и морозилку себе купим тоже. Давайте. Морозилку купим. Так. Значит... открыть. Так, это что у нас? Короче, сюда аккуратно поставим. Вот сюда. Ага. И это тоже поставим. А ведь оно все равно какой стороной ставится? Или... Ага. Я понял. Не той стороной. О, шикарно. Морозилка плюс холодильник. Неплохо. Сейчас мы закажем маркет. Продукты. Значит, покупаем это сколько?
3, 4. Да, в корзину. Купить. Так, сразу же. Так. Раз. А зачем мне столько много? Блин, а зачем я столько много купил? Ладно. 3,50, пошли. А что по ценам у нас? Ну да, 3,50, окей. 2,99, ну пусть будет. Ага. Так, следующее, что мы можем купить? Хлеб. Раз, два. Два хлеба купить. Два вот этих. Два вот этих. Два этих. И два вот этих. Итого 10 товаров. Купить. Погнали. Ебануться. Ага. Значит. Сусу. Сусу ставим сюда. Это что у нас? Сусу? Сусу. Сусул. Значит, сусул ставим сюда. Сусул. Это уж у нас что? Макароны. Или что это у нас? Окей, сейчас. Значит, так ставим. По два тогда мы товары расставляем. Хлеб. Так, хлебушек. Да ё-моё, чё ты не ставишься? Открыть. Так, хлеб. Это тоже чокопик. Чокопик, это вообще в другую ставить надо. Чокопик здесь ставится. Ага. Так, чокопик. Это что у нас? Чокопик. Чокопик сюда ставится. Значит, чокопик сюда ставится. Ага. Это что у нас? Напитки. Я не знаю, куда ставить. Давай сюда напитки. Будем по два ставить. Будет красиво у нас. Так, это что у нас? Ага. Так, это тоже сюда. Во. Будем сразу по два ставить. Так, это что у нас? Такого у нас не было. Сюда ставим тогда. Так. Опа. Так, это что у нас? Хлеб. Хлеб, 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 хлеб. А, он здесь был. Короче, по два товара на каждую полку. Пожалуйста, а сколько вообще? Даем его. Опа. Так, это сюда. Подожди, а именно... Подожди, это пока что можем два товара ставить. А потом мы можем по одному товару ставить. Да я не, даже не знаю. Так, минутку. Так, цена. $1.15. Нет, ни в коем случае. Доллар. $2. Два. Окей, два. Хлеб. 1,99. 1,50. Демократия закончилась. Хватит в демократию играть, ребята. Так. Чокопик. Все правильно. 1,50. Окей. 2,50. 2,50. Так, 79. Доллар 50. До 50. Все. Поставить цены, открываемся. Погнали. Только сначала надо упаковать. Так. А то у нас это самое, так сказать. Так, 25 товаров я должен продать. Но у нас уже тут... довольно много выбора. О, блин, я два раза этих купил. 4, да? Ебанут. Пошли, сколько товаров? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 товаров. Минутку, а в магазине что у нас? В магазине тоже 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже 6 товаров. Угу, 6 товаров тоже в магазине. Пошли, ведь он открыт, магазин. Заходите. О, какой деловой. Это Алексей. Здорово, Лёха. Слышь? Тут не надо расследование проводить. Слышь, Лёха? Расследование не надо тут проводить.
Так, здравствуйте. Так, здравствуйте. Так, сколько там? $51. Значит, я ему сейчас выдам. Сейчас, $51. Значит, 20, 30. Окей. Чего? Я много взял, да? Ой. А как обратно положить-то? Сколько ему? $5? Отдать $5 ему нужен. $5, окей. Хорошо, допустим. 1, 2, 3, 4. Чего $9? Отдать $10. Чего? Поменять. Чего? Итого. Чего? Поменять 51 цента ему отдать? На 50 центов обойдешься. Чего? $3? Допустим. Так. Поменять от 4,50. Допустим, $4. Так. Чего? Сколько надо отдать ему? 3,48. 99. 0. 99. Так, окей. Ух ты, какая. Здравствуйте. Так. Итого $4. А сколько ему отдать? А, ей не надо ничего давать. Магазин закрылся немножко. Блин, я всю товар профуфукал, да? Хороший чай. Где ты? Ой, идет. Идет деловая. Почему ты, у тебя такая кожа непонятная? А этого не светится. А у тебя текстурки. Это нормально, если вот такие вот текстурки? Рукожопые вот эти вот текстурки. Да, не звени ты мне. Я тебя позвеню. Так, чего? Поменять. А... Чего, $7? Итого $7. Так нет. Так обсчитали. $2.49. Окей. Так, здравствуйте. $9. Опа, она какая идет. Здравствуйте. Покупайте, у нас тут все свежее. Угу. $12 ровно. Так. Так, здравствуйте. 7,50. Во. Блин. Свет. Так, здравствуйте. Все?
Так, коммунистические цены сейчас поменяем. 2,50. Ага. Так, $3. Не жалуются? 2,99. 4,50. Если не жалуются, поднимаем цену. 3 доллара. Так. Так. 2,50. Поднимаем цены. Так, то что у нас? 2,50. Поднимаем цены. Так, здравствуйте. Так, что там у нас? Доллар, окей. Ой, нет. Отменить. Знаете, 50 центов. Опа-на! Близняшки стоят. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Это сестра была? Или это самый разработчик этой игры? Болван. Так, 6,50 отдать. $6. Просто лень делать модельки различные. Так. Чего? 4... Окей. 4,50 отдать? 4,50. Так. Угу. Потому что каждую модельку это надо сделать. Это очень трудно прямо. Очень трудно. Угу. Так, чё? Окей, погнали. Так, еще чуть-чуть обслужить, и я... Что, больше никто не идет? Ладно, короче, ладно. Погнали. Следующий день начинаем. Опа, нарезанный хлеб. Нарезанный хлеб в цене поднялся. Да он и так у меня стоит $2. Нарезанный хлеб. Ебануться, как я накрутил тут. Открываем магазин. $5. Просто мне интересно, насколько мы можем поднять цены. Так, $3. Мне просто интересно, сколько мы можем накрутить-то. $3. Тут уже $3 стоит. Ебануться. $4. Тут уже $5 стоит. А, потому что $5 там стоит. Чего? Они покупают. Ебануться. 18. Офигеть. О, Тревор. Здравствуйте. Так, сколько там надо отдать? 16. Ну, допустим-то. Сейчас отдадим ему. Значит, 10. 15. На. Так, обсчитали. Каждого дурачка лицензию на товары с помощью компьютера. Лицензии на товары. Сейчас пойдем. Менеджмент. Лицензии на товары. Необходимо третий уровень. Блин, третий. Оплатить. Развитие. Склад. Персонализация склад. Ага. Так. Так. 47 отдать ему надо. Давай мы ему отдадим 20, 40. 40, ладно, давай, 45. Ладно, 46. Обсчитали немножко ему. Так, так, $44, значит. 20, 40. 41. Обсчитываем просто. Так, 83 отдать. Значит, 50, 60, 70. Ага, 70.
80. Нормально, на 3 бакса обсчитал. Лошару. Неплохо. Так, ну, с кредитной карточкой не получится так. Ебануться, просто обсчитываем. Так, магазин уровня 2 у меня сейчас в данный момент. А там с 3, да, начинается? Чего? Лицензии. 3 уровень требуется. О, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 товаров еще. Ебануться! Офигеть! Вы издеваетесь, сколько товаров тут можно? Да-да-да. А, чего? $3, значит, 1, 2. Значит, $2. Хватит тебе. Так. Погнали. Ага. Покупаем. 6 уровень магазина требуется. Тихо, мы можем что-нибудь... А, лицензии нет. А, развитие. Найм. А, склад. Лицензии, счета. А, здравствуйте. Так, что там? $7. Погнали. А что там? 89. Так, $1. Ну, значит, вам 50 центов хватит вам. Кража? Какая кража? Так, маркет. Так. Так. Так, сейчас мы что-нибудь купим. Сыр, черный чай. Черный чай 1 покупаем, давайте. Да, черный чай 1. Молоко 1. Яйца 1. Кофе 1. Сыр 1. Водичка 1. Окей. Вроде бы все. Купить. Ебануться, сколько вас тут много. Так. Чего там? $20 ровно. $20. Так. $45, значит, я даю это. $40, значит. 45. $42, ладно. 43. Кража. Какая кража? 46. 20. 40. 45. Отлично. $98, $50, $70. Кража, $2 украл у него. Взять. $5, значит, я ему. И 1, 2, 3. Так. 16 сейчас я ему. $15. Неплохо. О, Лёха пришел. Здравствуйте. А нет, это не Лёха был. Вот Лёха стоит. Здравствуйте. А чё там? $4 сейчас. $4, значит. Вот так вот быстрее будет, кстати. 4,99, блин. Окей, всё. А, кстати, так. Распаковываем водичку. А как можно поменять? А, в морозилку надо ставить, чё? В морозилку ставить надо водичку. Окей. Выкидываем. Так, с водичка сколько?
Так, 90. Ты! $3. Ебануться, он... Она взяла бесплатно, так, ну-ка, 20, 40... 45 долларов. 46. 7. 48. 49. Одну, $1 спиздил. А ну-ка. Чего поменять? Отдать $100. Нет, 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 не 100. $1. Так, хорошо, $2 сейчас ему. На $2, кража. Неплохо. Так, это что у нас? А как я могу поставить вместо вот этого? Г бросить. Окей, допустим, давай полку купим еще одну. Полка. Мне уже полка какая-нибудь большая. Это что? Стеллаж. Давай стеллаж купим, что ли. Да пофиг, короче. Завершаем. Окей, следующий день. Открыть. Купить сразу же стеллаж. Открываем. Это стеллаж. Я понял, для чего стеллаж нужен. Я понял. Стеллаж это для этого нужно. Тьфу ты, не то купил. Ну ладно. Давайте купим тогда полку. Да. Давай полку купим еще одну. Вообще пофиг. Здравствуй. Так. Деньги. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6 долларов. Давайте, разбирайте. О! Лёха пришел. Здравствуй, Лёха. Опа. Значит, $7. На, $5 хватит, не надо, $6. Занимаемся коррупцией. Нужно положить фридж. Фридж. Окей. Сколько? Значит. Так. Выбираем. Значит, $1. Чего? Пасту не нашла. Так, чего? Так, $4. Окей. Пасты нету. Паста закончилась у нас. Так. 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 Сколько? 6,99. Ну, допустим-то. Конечно, $8 обязательно. Так, чаёк. Так, наглеем. Так, карточка. На $4. Здравствуйте.
$7. Здравствуйте. Окей. Так. $4. Раз, два, три. Окей. Чего? Так, яйца. А куда мне яйца поставить? Сюда? Фридж. Так. Так. Ой, 300. Нет. $3. Сразу же. Так, 16. 16. Ой. Так. Ага. Так, чё, 16 тоже? Всё? Фридж. Молоко. Ага. Бросить. Взять. $3. А что им не нравится за $4? Да ё-просто, я не успеваю. А нет, он купил. Так. Боже, а как можно поменять? А, вот так оно убирается, я понял. Пустые. Так. Так, $8. Чего? Так. Здравствуйте. $8. Так. Так, 35. Все? Так. Раз, два. Кража, конечно, кража. $0.50. Кража. Естественно. Перестаньте воровать. О, здравствуйте, агент. Так, люди в черном у нас тут зашли уже. Молоко слишком дорого. А что с молоком не так-то? Где молоко? $3, нормально молоко. А, да, не нормально, $3. Не, ну нормально. Так, что там? Вот, $3, окей. Так, тоже $3. Все бы так. 96. Ёб твою, нет.
Отлично, обсчитали. Так, что у нас не хватает? Блин, никто не покупает сусул. Не, чокопик никто не покупает. Почему-то. Ладно, надо снизить. 2,99. Окей, 3,50. Так. Убрать. Убрать. Так. Открыть. Закрыть. Мебель. Какая мебель? Менеджмент. Менеджмент. Развитие. Раздел 2. Купить. Требуется раздел 2. Чего? Давайте мы поставим этот магазин. Вот. Так вот расположим его. Вот таким образом давайте расположим. И нам вообще насрать, что они сюда не вмещаются. Нам вообще по... Настолько пофиг сейчас, что... вообще... Так, минутку, мне нужно, значит... Счета лицензии. Так, что у нас счета? Оплата. Оплата. Найм склад. Персонал. Банк. Так, чего? $500 осталось. Платежи, возврат. Оплата, оплата, оплата. Маркет. Продукты. Так. Вопрос, чего у нас не хватает? Хо-хо-хо. Бля, чего у нас не хватает-то? Хлеба не хватает. Так. Вот это много. Вот хлеб покупаем. Хлеб. Мука. Это. Короче, все по одному покупаем просто. Купить. Ебануться. Окей. Так, молоко должно быть в магазине, правильно? Ой, в магазине. В магазине, правильно? В магазине, но... вот. Так. А почему? А, окей, ладно. Так, яйца. Ой, ёб твою. Подожди, а я могу яйца забрать? Коробка не по размеру. Серьезно. Воды дофига у нас, да? Да, воды дофига. Так.
Так, хлеб. Надо какой-то это самый построить, как его называется-то? Как его называется-то? Поставить так, чтобы было бы удобно бы. А, фридж. Кофе. Кофе. Ой. Промахнулся. Так, кофе $8. Так. Сосул. Так, это тут цена стоит. Подожди, а тут. Так, это убираем. Цена стоит, цена стоит. Минутку, что тут у нас? Везде цена стоит. Да, тоже цена стоит. Так, везде цены стоят. Так, кстати, вот это можно убрать отсюда. Вот. Шикарно. Можем магазин открывать. Вот. В следующий раз надо будет придумать мне... смотрите, что надо будет придумать. Короче, одну полку ставим. Первую полку Короче, ставим по списку просто. Смотрите, вот так вот. Первую полку. Чокопик, хлеб, мука. Вот так вот все по списочку идем просто. И полки ставим вот так вот ровно вот так вот все. Полки ставим вот так вот в ряд. И все вот это вот мы... Так, минутку. Вот, допустим, вот Чокопик стоит здесь. Тут Сусул стоит, но он не должен стоять здесь. Так, здравствуйте. $1-2 обойдёшься. Кража. Обойдёшься. Рубероид. Да-да, бери побольше. Кидай подальше. Ага. Так, этого больше нет. Убираем сразу. Почему-то никто не покупает Чокопик, никто больше. Везде Чокопики стоят у меня, они не покупают никто. Чего? Пожди, она взяла Чокопик? Пожди. Так, кредитной карточкой. 16, замечательно. А, она взяла Чокопик. Молодец. 19. Окей. Блин, я много Чокопиков взял. Слишком много. Сыр слишком дорогой. Чего? Сыр дорогой какой? Это сыр? Сыр. О, ёб твою. $4. Не-не-не. Это максимум $3. Максимум $3. Ладно. Я уже слишком дорого поставил. Слишком жирно. Так. Вот 1 цент. Значит, $1. Ладно, $2. Кража. Ясен, красен, что кража. Да, анимации еще те. Скалы, рукоделы. Анимацию тут делал. Так, деньги. $1. Хо-хо-хо-хо-хо. Неплохо. Просто. Не магазин, а... $1. Так. 50 центов. Кража. Конечно, кража.
Пожалуйста, а мне это снижает, что я... уровень магазина от этого, что я ворую. Вот, да-да-да, бери побольше, да-да-да, побольше бери этих фигни. Еще копиков. На, $1. А нет, ничего. Подожди, он не заметил, что я своровал. Надо будет посмотреть, что будет, если я... Так, яйца, бери яйца. Можешь мои взять яйца? Женщина, так, минутку, $5. Раз, два, три, $4, обойдешься. Взять. $1 на 50 центов. Уровень магазина 4. Окей. Ебануться. Офигеть. Так, взять. $6. Так. Так, взять. Раз, два, три, четыре. Кража. О! А, 50 центов. 25 центов. Ебануться. Близняшки опять пришли. Оба-на. Сквозь прошли друг друга. Так. До свидания. 14. Так, а у нас водичка, надо пополнить водичку. Во, водичку пополнили. Так, водичку пополнили. Так, это что у нас? А, сыр. Во, сыр пополнили. Такс. Так, $1. Слушай, а может быть... Ух ты ж. Ё-моё, тут... А там темно, кстати. Здорово. Так. Качок-кабачок пришел. Так, здравствуйте. А, $3. Минус один? А почему минус один? 6... 50. 50. Все? Окей. Так, здравствуйте. Так, $2. Окей, ровно $2. Да-да, черного чая нет у нас. Это самое, как его называется-то? О! Леха пришел. Сейчас он будет мне... Это самое... Морковки, картошечки нету. Картошечки, морковочки нету. Так, минутку, здравствуйте. 11. Всем мне нужен черный чай. Вы что там? Это сам в натуре чиферить будете тут? Так, все, клиенты, доходы, расходы, погнали. Так, давайте посмотрим, что у нас по магазину. Значит, чекопики, дофига у нас хлебушек. Хлеб один. Хлеб один. Мука. Хлеб один. Мука, 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 мука. Вот, мука. Муку сразу тоже покупаем. Одну муку. Масло. Масло, масло, масло. Это масло, да? Масло есть.
Паста. Паста, 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 паста. Паста. Давайте купим тоже... масло купим. И пасту купим. Это купим. Так. Все чай хотели. Вот я купил чай. Купить. Окей, погнали. Так, значит, первые идет у нас чокопики. Кстати, надо купить чокопик еще один. Давайте чокопик купим. Блин, а теперь хрен найдешь, где что находится. Это не то. Бросить. Масло. Бросить. Хлеб. Поставить. Чокопики. Чокопики сюда ставим. Это мы забираем. Чокопики все сюда ставим. Вот так. Тут полка с чокопиками будет. Ой, это мы все запаковываем обратно. Блин. Значит, чекопики. Короче, чекопики будут здесь тусоваться у нас. Сейчас будем порядок наведем, ребята. Значит, чекопики здесь тусуются у нас. Это убрать. К херам это все убираем. Значит, чекопики тут тусуются. Потом идет у нас. Смотрите, так. Чекопики. Хлеб. Хлеб. Хлеб, 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 хлеб. Вот это вот хлеб. Значит, хлеб сюда ставим. Вот. Хлеб. Потом идет у нас мука. Мука, мука. Вот она, мука. Бля, где у нас тут мука? Нет, это сусул. Это сусул. Так, это мука? Бля, это мука, правильно? Она ведь синенькая такая, да, мука. Вот, на вторую полку муку ставим сразу. Вот это мы отсюда забираем. Вот. Муку ставим. Ага, полный. Пофиг. Короче, пофиг, ставим сюда. Муку сразу же отсюда нафиг убираем. Мука здесь тусуется. Потом идет, смотрите. После муки идет у нас масло. Масло, масло, масло. Масло масляное, минутку. А как масло выглядит у нас? Масло у нас выглядит такое желтое. Вот это у нас масло. У нас масло до хрена. Нет, это не масло. Бля, вообще неудобно. Так, минутку. Это яйца. Это что у нас? Милк. Ага. Вот наше масло. Масло. Сюда ставим сразу же все масло. Вот. Отсюда масло все забираем. Так. Окей. Отсюда мы выбираем вот это все. Вот. Так, после масла идет у нас что? Паста. Дальше идет паста, паста, паста. Это у нас вот эта паста, правильно? Да, паста. Ой. Подожди, паста сколько стоит? 99? $2. $2 паста стоит. Так, это убрать отсюда нафиг. Паста. После пасты идет что у нас? Сахарная пудра. Сусул. А, это сусул там. Сахарная пудра. Сусул. Вот так. Убираем отсюда сусул. Окей. Бутылка. Блин. Дальше. Бутылка воды. Бутылка воды. Да, бутылка воды у нас есть. Дальше сыр. Окей, сыр, 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 сыр. Как там было? Так, сыр. Так, сыр.
Так. Значит. После сыра идет что у нас? Кофе темное. Темное кофе. Так. Так, кофе темное. Сколько там? $8, да? А после кофе что у нас идет? Яйца. Яйца у нас там тусуются, окей. Молоко. Молоко у нас там тусуется, окей. Молоко. Ой. Молоко. Так, молоко. Так. И все, да? И черный чай. Черный чай мы уже поставили, вот он. Тусуется. Ну, вроде бы все. Запаковали. Можем открываться. Теперь у нас есть все просто. Весь ассортимент есть. По одному экземпляру. Мы могли, конечно, по два экземпляра выставить. Но я боюсь, что... так, мебель. Какая мебель? Банк, маркет. Ой, не то. Маркет. Менеджмент. Чего? Шестой уровень требуется, да? Окей, шестой уровень. А у нас что? Четвертый. Ага. Понятно. Ясен, красен. Здравствуйте. Так, что там? 32. Не нашел черный чай. Чего? У меня черного чая нету? Так, 28. Чего? Не понял. Я что, черный чай не заказал? А, его просто скупили тупо. Его тупо просто скупили. Так. Так. Черная кофе. Ёб твою, черного кофе уже не хватает. То чай, то черного кофе, да вы издеваетесь. А купить? Черное кофе где? Ага. Черное кофе, а куда мне его вбахать? А, вот черное кофе вам. Вредно пить черное кофе. Особенно на ночь. Черное кофе у меня есть уже. Черное кофе... О, все карточки плачут. Это хорошо, кстати. Быстрее идет дела. Опа, яйца. Кстати, яйца, яйца. Где мои яйца? Блин, где яйца мои? Вот яйца. Слава яйцам изумруд. Так. Так, яйца. Чего, слишком дорого? Так. Окей, иди отсюда. Ух ты, какая цыпа. Так, что у нас? Так, по магазину. Так. А. 7,50, да? Да это легко. 7,50. Вот. Окей, что у нас? Пятый уровень магазина уже. Неплохо. Пятый уровень магазина.
Здравствуйте. Да-да, это нормально. Так, здравствуйте. Так, водичку. Так, водичку пополняем к старачу. Так вот, поставим. Чтобы, оп. Ух ты, сколько тут много. Так. Замечательно. Ебануться, сколько набор. Так, чего? 27. 27, ёб твою. 27. Отлично. Здравствуйте. Так. Отлично. Наверное, надо по два ставить экземпляра. Каждого товара по два экземпляра. Чего? Доллар один. Вот. Но я не представляю. Так взять. Что там? $3. Раз, два, три. На. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей. Так, водичка. Водичка. Так. Яйца. Яйца. Молоко. Ага, молоко есть у нас. Что там не хватает-то? А где это? А, молоко стоит внизу. Блин. Темно. Здравствуйте, так. 92 отдать. Ух ты, нет, многовато я тебя взял. Так, значит. 80. 90. Вот, ровно 92. Просто даже не обсчитываем. Доллар один отдать, вот. Просто. Работаем очень. Профессионально работаем, так. Подожди, надо посмотреть, что там не хватает. Здравствуйте. Пополняем. Сыр. Пополняем сыр. Так. 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 А, 17.50. 17.50. Ты чего? Кофе темное, обжаренное. Нету. Да ё-моё. Чего? Ебануться. Какая баганутая игра. Какое дерьмо. И оно продается в Стиме. Какое дерьмо. Так, тут у нас ничего нету. Дорогая я тебе. Да не покупай, если дорогая. Я тебя что, заставляю покупать? Что ли? Так, убрать. Чего? Весь чекопик выкупили? Ебануться, наконец-то весь чекопик выкупили. 27. Окей. Все. Enter. Следующий день. Окей. Так. Так. Так, убрать. Подожди, а у нас хлеб. Хлеб. Блин. А хлеба у нас нету, да? Так, нарезанный хлеб покупаем. Да.
Нарезанный хлеб. Пополняем запас. Вот. Тогда верхняя полка. Блин. Не по размеру. Ага. Блин. Сейчас. Так. Пакуем обратно. Убираем. Хлеб ставим сюда. Вот. Так. Значит, верхняя полка у нас. Два хлеба, значит, получается так. Два хлеба нарезанных. Два чикапика. Подожди, или один даже чикапик вмещается тут. Нет, два чикапика надо ставить. Значит, два чикапика ставим. Сейчас мы определимся, как это лучше все работает будет. Значит, смотрите. Два чекапика, два хлеба. Потом, что у нас? Мука. Мука, 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 вот, мука. Ага. Так, мука. У нас больше мука нету. Ага. Хлеб. Хлеб. Ой. Вот, хлебушек. Сюда. Значит. Так, мука, сусул. Блин. Ёбаный сусул. Подожди, а сусул, это где он должен стоять-то? Сусул этот. Сусул. Да, я понял. Он далеко, кстати, сусул стоит. Внизу масло стоит тогда. Купить. Значит, купить. Внизу масло стоит. Блин, это пустой коробки. Сейчас. Так, так, так. А что мне нужно в данный момент? Так. Сейчас не понимаю, что мне нужно. Мне нужно масло, да? Две штуки. Два масла, окей. Покупаем два масла. Да, купить. Значит, два масла. Так. Так. Масло, паста. Подожди, оно не вмещается тогда у меня здесь. Значит. Сейчас придумаем. Сейчас организуем все это. Надо придумать как-то. Значит. Значит. Два. Это. Окей. Сейчас. Так, мука. Тут должна быть мука стоять. Ага. Мука. Купить. Купить. Так, это что у нас? Мука. Так. Ху-ху-ху. Блин, какой беспорядок у меня. Надо как-то придумать себе на листочек, знаешь, выписать, где что должно стоять. Значит, так. Мука, масло, паста, сахарная пудра. Это, вот это. Ага. Это надо покупать, это самое еще несколько холодильников покупать надо.
Так, значит. Окей. А в чем сейчас проблема у меня в данный момент? А, тут сусул стоит. Не там, где нужно. Вот сусул. Ну иди отсюда. В баню. Так. Так, мука. Это что у нас? Масло опять. Масло опять. Да ёб твою, сколько масла. Издевайся, вот. Мука. Вот мука. Значит. Так, мука. После муки у нас что идет? Масло идет. Дальше идет масло. Окейшка. На этой полке будет масло тусоваться, значит. Я могу это так сделать хотя бы. Вот. Окей. Масло. Значит. Окей. Убрать эту фигню. Значит, берем масло и ставим сюда масло. Все. Запихиваем. Вот масло. Так, масло. Ага. Вот масло. Сейчас мы все это организуем. Так. Значит. Сейчас. Так. Так, это у нас три. Так, четвертый что у нас было? Подожди. Чекапик? Чего? Чекапик первый? А, ну да, все правильно, чекапик. Нарезанный хлеб, мука. Чекапик, нарезанный хлеб, мука и масло. Правильно? Да. Теперь дальше идет паста. Идет паста. Вот там вот будет паста у нас стоять. Значит, паста. Окей, убрать. Паста, паста, паста. А где у нас? Как она выглядит? Красная паста. Это что у нас? Ёб твою, сколько тут много масла. Зачем я столько масла купил? И ни одной пасты. Ёб твою. Окей, ладно. Ладно, зато не надо будет потом это... Паста. Значит. Вот паста. Еще одна паста. Так. Так, две пасты. После пасты что у нас идет? Сахарная пудра, сусул. Где у нас сусул? Вот она, сусул. Значит, сусул ставим сюда. Это что, у нас тоже сусул? Бросить, закрыть. Чекапик это. Чекапик это тут сюда. Он должен стоять. Ладно. Это что у нас? Это синее вот это. Кофе сюда. Так. Так, у нас не хватает сусула, да? Сусула не хватает одного. Значит, покупаем один сусул. Так, сусул. Так, заполняем сусулом. Ой, как раз прямо. Так, значит, менеджментом. Так, сусул. Дальше. После сусула у нас идет что? После сусула. Окей. После сусула идет водичка. Вода. Вода. Пум-пум-пум. И сыр. Значит, две воды, два сыра. Ёбаный сыр. Так.
Ну-ка. Так. Блин. А сначала что идет? Сначала вода идет, правильно? Так, вода сверху должна идти, значит. Ой, ёб твою. Вода сверху идет. Ой, как раз хватило, кстати. Окей. Так, вода сверху. Потом идет сыр. Сыр. Окей. Сыр. Сыр. Яйца забираем. Ага, у меня уже еще один сыр. Сыр. Окей, купить. Так, сыр. Так. Где сыр? Так, сразу же. Окей, пофиг. Так, после сыра что у нас идет? После сыра у нас идет черное кофе, которого нету. Опять. А, это черное кофе, да? Подожди, закрыть на С. Да, это черное кофе, правильно? Да, черное обжаренное кофе. Ага. Черное обжаренное кофе. Ой. Так, черное обжаренное кофе, значит. Ставим черное обжаренное кофе, две штуки просто. И еще одно покупаем. Сейчас. Менеджментом. Так, трудный менеджмент. Это вот все надо расставить правильно, а потом будет еще легче, кстати. Черное кофе, цены стоят везде, да? Так, значит. После черного кофе что у нас идет? Яйца идут. А, кстати, вот это вот надо забрать. Поставить куда-нибудь здесь. Около холодильника надо все ставить. Яйца идут. Вот. Так, яйца. Забираем все яйца отсюда. Снизу яйца сюда ставим. Сюда яйца ставим и сюда яйца ставим. Вот. Все шикарно. Угу. Так, а после яиц что идет? Молоко? У нас тут дофига молока. Блин, у нас молока. Я не знаю даже, куда его девать-то, молоко-то. Давай отсюда уберу молоко, нафиг оно нужно. Пускай стоит здесь молоко. Это убрать отсюда. Вот, шикарно. Теперь у нас везде по два товара. Так, и после молока черный чай идет. Значит, раз, ну да, два чая. А, купить. Так, и два чая. Стоп. Чай. Подожди, это кофе. Окей. Подожди, это кофе, правильно? Брось закрыть на С. Вот это кофе ведь. Так. В такой упаковке. Да, это кофе. Ага. А это чай.
так сказать, чифернем. Бля. Ну, вроде бы все. Ну, вроде бы теперь порядок у нас, ребята. Теперь везде по... На каждой полке по два ингредиента у нас стоят. А тут эта полочка будет свободная пока что. До следующего. А, да, мы можем открываться уже. Фух. Паша, а что тут у нас есть? Менеджмент. Склад. Развитие. Счета. $73 осталось, офигеть. Ребята, время настало. Так сказать, ой. Ну так более-менее, кстати. Хотя бы 1000 набили. Так, пока никого нету, давай посмотрим, что там еще мы можем сделать. Ну в данный момент мы нифига не можем, там надо 6 уровень. О, ебануться, мы сможем. Мы можем вот это сейчас от... Сейчас еще откроется вот того товары. Ебануться. Сейчас еще товары откроются. Пиздец, ребята. Это будет еще магазин больше у меня. Не говори, что дорого. Всего хватает, ребята. Я проверял. Так, $6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей. Так. $12. Ой. Да, $12. Так, чего там? $1. А, быстро. $7. Окей. Так. Это что она взяла? Так. Так. 50 центов. Да, 50 центов. Так, яйца уже скупают. Так. А, 21. Окей, следующий. 36.
Совсем чуть-чуть осталось. Здравствуйте. Какая деловая тетя. Давайте мы подвинем, кстати. Вот сюда вот подвинемся. Я даже не знаю, куда поставиться-то. Во, мы можем сюда поставиться, кстати, удобно. Так, яйца покупают. Блин. 18 ровно. Окей, плюс 5. Опа, агент Смит пришел, здравствуйте. 12. Замечательно, здравствуйте. Чего? 14. Оп. Обсчитывать, кстати, невыгодно. Опа, шестой уровень. Так, шестой уровень. Купить. Лицензия новая куплена. Развитие. Раздел третий. Купить. Найм. Магазин уровня 10. Найм. Склад. Уровень 7 требуется, ебануться. Чего? Здравствуйте. А, $20. Да нет проблем. Здравствуйте. $6. Легко. Быстро. Так, что там нужно? Подожди. А что у нас появилось-то? Менеджмент. Тьфу, какой менеджмент? Маркет. Подождите, он по списку идет вниз, правильно? Черный чай, вот. Черный чай появился вот это. Значит, два вот этих покупаем, во-первых. Окей. Да ё, просто темно стало. Здравствуйте. 13, значит, 10. 13, здравствуйте. Опять агент Смит пришел. Здравствуйте, так, минутку. Блин, какое масло, ты дурак, что ли? Где ты идешь в баню? Здравствуйте. Что там, $1? Да нет проблем. Так. Так, что там? Окей. Опа. 15. Опа. Готово. Чего? Паста? Не нашел пасту, не нашла. Блин. Плохо. 5-6 долларов. Не нашел мука. Да последний вот. Муку забрал. Так. 16. Пасты нету. Так, мне нужно освещение купить еще. Дополнительное. Маркет. Мебель. Свет. Купить. Так, туда поставить. Так, сейчас мы разберемся, чего там не хватает. Так, мало это. Ой, забрать. Так, сюда. Сыр. Ёбаный сыр, так. Окей. Здравствуйте. У меня смена закончилась. 27. 25, 26, 27. Все, смена закончилась. Ага. Так. Так, так, так. А как мне это все поставить теперь? Блин. Ш-
чтобы не запутаться-то, что перед чем стоит. Ладно, пока что пусть будет так постоит. Можно было поставить в два ряда. Кстати, можно было в два ряда поставить его. И это развернуть просто тупо. Нет. И так. Кстати, лучше вот так вот ставить. Вот так. А эти два вставить сюда вот. Так, а купить? Ага. Так, освещение. Значит, одно освещение ставим сюда. О, давай, кстати, включим. Ой. Проверим. Открыть. Одно освещение сюда ставим. Так. Одно освещение, я не знаю, куда ставить. Вот сюда вот куда-то. Так. Примерно вот так вот ставим на уровне. Одном. Так, ну тут одно, один свет лишний у меня получается. Ладно, пускай стоит здесь пока что, пофиг. Где? Вот, сюда на угол поставим пока что. Или даже надо мной поставим свет. Чтобы вообще было светло у меня. Так. Так, это что у нас? Ага. Так, закидываем сюда. Во-первых, открываем. Закидываем сюда. Так. Значит, цену ставим. Окей. Значит, 3,50. 3,50, окей. Так, 3,50. Дальше, а что у нас дальше идет? После. Так. Марки. Ой, марки, продукты. Так, мука еще одна. Две штуки. Покупаем вот этих две. Масло. Два. Ой. Чего? Не хватает денег уже. Упаковать. Продать. Сейчас. Денег не хватает сейчас. Так, сейчас накрутим. Вот. Отлично. Накрутили немножко. Значит, так. Так, значит, что у нас надо было? Вот это вот две штучки, правильно? Ой. Нет, отменить. Да, вот этих две штуки. Купить. Ага. Так. Так, замечательно. Так, выкидываем нафиг. Так, цену ставим сразу же. Сколько тут? 4.
50. Окей. Так, мука. Так, а после муки что у нас идет? Оливковое масло еще одно. Две штуки. Ага, покупаем. Да ёб твою, двери мешают. Значит, закидываю масло. Так. Нет. Так, 2,99. 3,50. Такс. Следующее, что у нас идет? Ага, паста. Две штуки покупаем. Окей. Открываем. Значит, закидываем сюда. Во, шикарно вообще идет. Так, так, 3,85, 4,50. Так, 4,50 пойдет. Так, что там дальше? Стоп, а что я сейчас покупал? А, мне нужно... О, блин, у меня полку нужно купить сразу. Так, еще одну полку купить надо. У меня закончилось. Значит. Вот. Шикарно. Еще одна полочка. Ой, тьфу. Пожалуйста, что я купил только что? Ага. Я что, спагетти купил только что, да? Ага. Я понял. Это я купил, и это купил. Теперь вот это вот надо две штуки купить. Ой. Ой. Да, в корзину. Так. Так. О. Оп. Окей, ушки. Так, цена. 4,50. 4,50. И последний у нас ингредиент, это что? Соль. А, две штуки. За $24 покупаем. Так, соль. Во! Шикарно. Так. Соль 75. 1,50. Отличненько. Шикарно. Мы все установили. Цены на все. Так, чего не хватает нас? Не хватает яйца. Яйца нам нужны. Яйца. Яйца покупаем. Открываем магазин. Так. Панзати не хватает теперь. Так, панзати. А где-то у нас панзати, панзати, панзати. Так, это что у нас было? Пятое. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Вот, паста. Панзати. Ага, одна штучка. Покупаем панзати. Так, панзати. Так, панзати.
оставим. Так, что тут не хватает у нас? Да что у нас? Мука. Просто мука. Да, у нас мука есть. Так, это сюда ставим, отсюда убираем. Так, это мы вообще отсюда убираем цену. Так. Так. Ух ты ж. Так, здравствуйте. $28. Значит, 25, 6, 7, 8. 50 центов. 50 центов, окей. Так. Так. Карточкой. 12.50. Легко. Так. Так, что-то у нас. $20. Окей. Так, что там не хватает? Так, водичку. Пополняем водичку. Так, воду пополняем. Так, это что у нас? Черный кофе. То есть не кофе, а чай. Чай пополняем, чай. Так, чай. Так, это чокопик пополняем. Так, это что у нас? Это у нас мука. Да, возьми, выкини. Подожди, что у нас? Так, вот это. Так. Во, шикарно. Наконец-то. Избавить от лишних коробок. Так, 50 центов. Наконец-то магазин работает у меня. Окей. Просто. Весь ассортимент есть у меня. Подожди, а там какой следующий? Да ёп, подожди. Я хочу посмотреть, какой там следующий нужен. 9 уровень требуется. Ебануться. 9 уровень. Так, 28. Давайте мы этот день доработаем. И закончим серию. Так, значит. 27. Чё? 73. Итого... 73 на 50. 70... 73. Так, что там у нас? Доллар один. Да нет проблем. Так, погнали. Доллар один, да? Как быстро все это обслуживаем, так. Так, значит, 23 ровно. Поготово. Офигеть, как мы с вами быстро... товары. Так, доллар один. Доллар и 50 центов. Сейчас мы должны отбить. Так, $19. Так, что там у нас не хватает? Черное кофе закончилось? Вы издеваетесь. А маркет. Кофе купить. Купить. Так. Так. Ой-ё, как я быстро бегаю. Ай. Так, что там? Соль. $3, окей. Так, 25. Подожди, мне честновато здесь. Мне очень честно просто. Просто очень честно. Мне надо подвинуться. Мне честно бегать. А, кстати, свет давайте включим. О, кстати, вообще шикарно выглядит, кстати, магазин. Ну, кроме вот этого вот барахла, кто стоит у меня. Так, 50 центов. На, 50 центов легко. Так. Так.
$3, раз, два, $3, легко. Так, что там не хватает? Надо быстро посмотреть, что там не хватает уже. Масло. Так. Так, сусула не хватает уже. Так, сусула не хватает. Одну штучку купить. Купить сусул. Так, сусул. Так, сусул. Опа. Ёпрст, да сколько вас тут много? Раз, два, три, четыре. Я даже не успеваю. 50 центов. Так. Так. Фух. Становится жарко. Чем больше товаров, чем больше телодвижений нужно сделать. О, 7-й уровень у нас уже, ребята. Так, $18, окей. Темное обжаренное кофе. Темное обжаренное кофе. Какое темное обжаренное? Ебануться, темное обжаренное кофе у нас не хватает. Ага. Блин, нет. Так, темное обжаренное нам нужно. Потом нам нужно взять. Блин, тут темно. Блин. Надо переставить. Во. По сторонам надо поставить. Так. Так. Что там 17 ровно? Погнали. Здравствуйте. Чё? 4-5... Чего? 45. Значит, 20, 40, 45 и 50 центов, да? Да, 50 центов. Готово. 7-й уровень. Окей, давай посмотрим, что там мы можем купить. Мебель. Нет, мебель мне нафиг нужна. Я про менеджмент. Менеджмент. Тут 9-й уровень требуется. Счета оплатить. Развитие. Тут 9-й уровень. Найм. С 10-го уровня. Склады. Опа, раздел. Покупаем. Склад. Персонализация, склад, найм, ага, развитие, понятно, счета, лицензии, с 9-го открывается, окей. Ну, вроде бы все мы купили. У нас теперь склад большой есть. Вот. Так, давайте следующий день. Товаров не найден один. Да я знаю, что кофе нет у нас. Так. Так, мне нужно на склад купить. На склад. На склад, на склад, на склад. Вот, а вот одну штучку купить. Так. Не хватает денег опять. Сейчас. Бля, я могу товары продавать вот эти вот.
А я могу товары, ой, бросить, продать вот это вот. Ё-моё, сколько масла этого. Или что это такое непонятное? Так, молоко. Ага. Молоко сюда ставим. Так, яйца надо купить еще. Мебель. Купить. Так, полка. Вот. Так. Окей. Так, кофе. Еще одну кофе. Окей. Так это что у нас? Это вот то, что у нас дофига. Так, минутку. Так это что у нас? Мука и хлеб не хватает. Ага. Продукты. Так. Мука и хлеб. По-по-по. А где? А вот он. Одна штука. Ой. Молодец я. Так. Такс. Ага. Так, а чего у нас не хватает опять? А как можно... Так. Оливковое масло. Оливковое масло, маркет. Так, оливковое масло где-то. Оливковое масло, вот оно. А, покупаем. Купить. Так этого хватает. Это что у нас? Паста спагетти. Окей, погнали. Паста спагетти. Сейчас найду. Где-то у нас. Вот одна штука. Паста спагетти купить. Открыто. Ничего не скрыто. Так. 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 Паста спагетти. Так, чего не хватает у нас? Сусул хватает. Это что у нас? Мука. Блин, муки не хватает. А, окей, мука, 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 мука. Мука. Купить. Так, чего там еще не хватает? Так, что у нас тут? Не хватает... Сыр не хватает. Сейчас, найду сыр. Сыр, сыр, сыр. Купить. Ага. Значит, сыр. Ой. Так, замечательно.
Так. Что вам нужно, женщина? Так это что за... Ёб твою. Это вода? Пустой уже, да? Окей, воду. Так, здравствуйте. Так. 33. Окей. Так. 28.50. Так. Так. 15.50. Погнали. Погнали. Так. С большими купюрами это вообще. Так, 28. Так, $21. Так, 10. Погнали. Чё там? Доллар один. Там с 9 уровня открывается. Блин, опа! Лёха! Так, минутку, там с 9 открывается? Там с 9 и с 10, правильно? Да, 9 уровень. Ага, 9. Найм открывается с 10. Ебануться. Так, 50 центов. Так. 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 10.50. Так. 19.50. Чего не нашла пасту? Так. 13. Так, чего там не хватает? Паста. Бля. Маркет. Паста, паста, паста. Да. Так, купить. Паста. Пополни пасту. Скупили всю пасту. Так, 13.50. Да паста там была. Я ее уже пополнил ведь. А, $3. $23. Превосходно. Так, что там не хватает? Сейчас быстро посмотрим, что там не хватает. Чё копика не хватает? Так, чё копика? Чё копика покупаем? Сразу же. Опа. Так, чё копик? Пополняем чё копика. Так, чё копик пополнили? Так, ой. Свет включили. Погнали. Так, что там у нас? 60. 50. 60. Все. Какой большая очередь. Так. 27. Ровно. Так. Так. Опять 27. Так. 4. Все карточки плачут. Так.
Что за день такой? А, 19:50, тьфу ты. Да. Так. $3 ровно. Ой, тьфу ты, ё-моё. Да уберись ты. Все. Так, чего не хватает? Яиц не хватает. Яйца где мои? Где мои яйца? Яйца, изумруд. Покупаем. Ага. Слава яйцам, изумруд. Покупаем. Ух ты, все яйца скупили. Офигеть. Так. Здравствуйте. 20... Чего там? А, все. Яйца. Да и яйца уже пополнил запас. Яиц. 29:50. Так. 10:50. Там чего не хватает? Да что такое у нас? Мука. Блин. А, ну я сейчас не смогу купить уже. Это ясен красен там. Мука. Так, муку в корзину ставим. Так. $6. Так. Да что там еще надо ставить-то? Это что у нас? Нарезанный хлеб. Сразу же. Покупаем, что нам нужно. Нарезанный хлеб тоже ставим. Да подожди ты. Так. Так, нарезанный хлеб. Значит, что там у нас? 37. Купить. Нарезанный хлеб. Чего не хватает? Это что у нас? Сыр. Значит, еще сыр поставить надо. Значит, сыр. Так. Так, 50 центов, вот. Так, чего еще не хватает? Такс. Черное обжаренное. Кофе черное обжаренное. Подожди, у меня что, кофе больше нету? Черного обжаренного. Кстати. Хорошо, что они... Отлично. Минус одна коробка, наконец-то. Зачем я столько покупал этого? Так, кофе черное обжаренное. Минутку. Так. Вот, чекапика. Сюда. Запаковываем сюда. Вот это вот. Так, черное кофе обжаренное. Так, черное кофе обжаренное. Кофе темное обжаренное. Тоже добавляем одну штуку. Так, чего еще там не хватает у нас? Мука. Мука. Пошли, мука. А я муку ведь не брал. Мука. Нет, муки нет у нас. Значит, мука. Пожди, мука. Пу-пу-пу-пу-пу. Мука. Тоже берем в корзину. Значит. Следующий день. Так. Так, окей, покупаем все просто. Ебануться. Какая гора гигантская. Так. Сыр. Значит. Ой, нет, не сюда сыр. На эту полку сыр. Так. Так, это что у нас? Хлеб. Хлеб. Так, хлеб нарезанный. Так, хлеб нарезанный. Так. Так, это сюда? Так, нет.
это что у нас было? Оливковое масло. Так, оливковое масло. Ага. Покупаем оливковое. Так, оливковое. Так, что еще не хватает у нас? Сусу. Так, сусу не хватает у нас. Сусу. Так, минутку, а где сусу? У нас вот это сусу. В корзину сусу ставим. И яйца нужны еще. Так, яйца тоже в корзину. Значит, покупаем. Так. Яйца сюда ставим. Так. Так. Сусу ставим сюда. Окей. Оп. Ну, вроде бы все. Теперь всего хватает, вроде бы. Ну, почти что всего хватает, кроме вот этого еще. Рис. Не хватает риса. Надо покупать по два. Короче, ладно. Сохранить. В общем-то, увидимся в следующей части. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, нажимайте колокольчики, ребят, чтобы стримы не пропускать. Да, комментируйте обязательно. Вот. А всем, ребята, пока. Увидимся в следующей серии Супермаркет Симулятор. А всем пока.